В Омскую область пришел вирус гриппа, уже появились первые заболевшие, заразились 5 человек, среди них один ребенок. Медики уже выяснили штамм вируса, это гонконгский грипп. Впрочем, как сообщают в региональном Минздраве, пациентам ничего не угрожает, их состояние стабильное. Несмотря на то, что грипп и ОРВИ уже пришли в регион, заболеваемость пока низкая, больницы, впрочем, готовы к наплыву пациентов. Отмечу, что в новогодние праздники будут работать поликлиники, также можно будет вызвать врача на дом. Может быть, боль в горле, першение, даже кашель. И люди даже расценивают эту ситуацию, ну, подобие как ангина каким-то образом. Они говорят, что там вот боль в горле у меня в первую очередь, ломота, слабость, высокой температуры не было. Таким образом. То есть вот здесь нет стопроцентной классики. Интоксикация есть, подъем температуры будет. До каких цифр, тоже четко мы не можем говорить.